Очень большая заявка, команда играет в оптимальных составах. Удар поворота первый. Ну вот опять же пафос, моментом 1-1. И у Ромы вернулся сегодня Дмитрий Лушников. Опять же, довольно... Лушников, довольно известный парень по ЛФЛ, по этому турниру. Поэтому сегодня... Здравствуй, мама. Здравствуй, Герасимов. Так он прибежал на чужую половину поля. Еще раз. Так это вообще не встает никак. Все прыгает, да, и прыгает. Таким эмоциональным фоном, я думаю, не отрабатывать гораздо сильнее, страшнее и солнце. Вот, давайте смотреть. Через правый план удар здесь здорово играет голкипер. Вот эту ракурсу, наверное, вы видите. Он не попадает. Конечно, Исаев там мяч получает рядом со штрафной. Пас, удар дальний, Костенко. Переводят на угловую. Красавец вытянулся и ладошки мяч переправил. И Балаян снова заходит. Нет, отдает на этот раз направо. Защитник Селтик. Еще понять, кто это был на повторе. Вот прямо сейчас можно этим моментом досладиться. Оказался там, где нужно было. Защитник Селтика. Бам! И просто свою команду спас. Красавец.